Я зажмурился и бросил в рот витамины, запил их водой. Хватит сходить с ума. Пожалуйста, хватит. В пятницу вечером я сидел за уроками. Самое сложное я уже сделал. Оставалось только рисование. Любимый предмет. Нужно было изобразить какое-нибудь сказочное существо. Сначала я хотел нарисовать динозавра. Вот только кисточка сама потянулась к оранжевой краске. Мазок за мазком, и на бумаге медленно по частям появилась лиса. Будто вырезалась из белоснежной бумаги. Встала на задние лапы и хитро заулыбалась. Кисть мазнула, рисуя пушистый хвост, и выпала из ослабевших пальцев. Закончив рисунок, я долго и с удивлением разглядывал его. Точно не мог понять, откуда же взялся этот рыжий зверь. Чем дольше я смотрел, тем страшнее казалась мне лисья улыбка. Хищная, фальшивая, упоминающая улыбки женщин и журналов для взрослых, какие попадали за стеклами газетных киосков в городе. Манящая улыбка, маскирующая откровенную злобу. А вот глаза лисы получились красными, будто налитыми кровью. Выглядели они совсем как дырки от пуль, какими показывают в боевиках. Не помню, что плясало такие глаза. Я отодвинулся от стола, и свет лампы отразился на влажной краске. Рисунок лоснился. Мерещилось, будто лиса следит за мной. И ждешь... Антон! Ты что, оглох? Я задумался. Тебя спрашиваю, ты сестру не видел? Опять она где-то прячется. Что-то мелькнуло под кроватью, и я замер. На секунду показалась чумазая личико Оли с приложенным губам пальцем. Оля, я тебя вижу! Вылезай, ты же в пыли вся!
Оля выползла, и, понурив голову, принялась отряхивать колготки. Пойдем, Оль. Я тебе сказку почитаю. Посижу с тобой, пока не уснешь. Я с вами спать хочу! Не в той комнате! Там! В комнату зашла мама. Что, опять сова? А кто ж еще? Оль, она не придет больше. Я ее прогнал. Оля уперто помотала головой. Не прогнал! Она придет! Она сказала, что будет каждую ночь приходить! О, так она у тебя говорящая? Оля проигнорировала вопрос, а потом снова с силой начала. Можно я с вами посплю? Можно? В самый последний раз! Ты же говорила, что последний раз был вчера. Ольга, ты уже большая девочка. А пусть у меня ложится. Мне показалось, что это отличная мысль, но Оля покачала головой. Нет, у тебя не хочу. Она и на тебя смотрит. По спине у меня побежали мурашки. Хватит! Нет никакой совы. Ты сегодня спишь у себя, ясно? Ну, пожалуйста, мам! Пожалуйста! Мама взяла Олю за руку, попробовала вывести из комнаты. Пойдем, милые. Не мешай брату. Оля свободной рукой вцепила спинку моей кровати. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Не хочу к ней! Мама потянула Олю к себе, но та не поддавалась, и только спинка кровати жалобно скрипела. Тогда подошел отец, подхватил Олю и понес, не обращая внимания на протесты и крики. Не надо! Не надо к ней! Она опять смотреть будет! Мамочка, пожалуйста! Ну, папочка, ну скажи! Я еще долго слушал, как сестренку пытаются уложить. В конце концов, родители сдались и опять разрешили ей лечь с ней. Самые-самые-самые последние. Когда все стихло, я лежал в темноте и думал о боли на словах. Она и на тебя смотрит. Было не по себе. Лишь задернув шторы на окне, я сумел успокоиться. Но стоило мне сомкнуть веки, как воспоминания прожитого дня суматошно запрыгали перед глазами. Вот снова я посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы. Лица мертвых классиков на портретах. Строгая царственная поза классной руководительницы Лилии Павловны. А за тем углом ждет не дождется ее ненаглядная дочка Катя. Я беда и сплетница. Эй! Чего тебе, Кать? Она закачалась на носочках, спрятала за спиной руки и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели, а? Может быть, я сказал бы правду Полине. Но Катька продаст мою правду на рынке за 3 копейки. То же самое, что спечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Вовы, чтобы все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... Мама... Катя даже не думала слушать меня. Метнулась к новостренным ушам подружек, зашептала, косясь на меня, хихикая. Да-да, конечно-конечно. Он нас тут совсем за дурачков держит. Я вот слыхала, что это все из-за его отца.
Он недавно кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Неправда! Ты все врешь! А слышали? Слышали, как ему Бабурин всыпал? А этот лишь ручки опустил, да глазенки потупил. Прекрати! Ты знаешь, он не один был! И будто этого мало. Ходят слухи, что этот чудик повсюду таскает с собой заячью маску. Ой, девочки, ну кто же в своем уме будет такое делать? Ясно, понятно. Со странностями наш Антошка. Может, слабоумный, а может и маньяк. Если в его портфеле хорошо покопаться, там и топор отыскать можно. А может, что и похуже. Да-да-да. Замолчи, заткнись! Ха, вон как раскричался-то, будто ужаленный. А зрачки-то, зрачки какие широкие. Опять чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнет. Не зря же его мать с таблетками пичкает. Я замер в смятении, безуспешно пытаясь понять, откуда она знает про лекарства. И что пугало сильнее, вдруг в ее болтовне кроется ужасающая правда. Да-да! Он такой же ненормальный, как и его сестрица! Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает сова ростом с человека! Да-да! Только что-то ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный простак ей верит. Нет, ну вы представляете? И тут среди ухмыляющейся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Как же так, Антон? Неужели действительно тебе не здоровится? Полина, послушай меня! Как же? Не слушай этого болтуна, Полиночка. Это ничтожество даже постоять за себя не может. А при случае и за тебя не заступится. Бросит, думая, как бы только самому по шее не схлопотать. Слабак! Полина согнулась, будто ее пнули в живот, а потом залилась слезами, громко, истерично плача, рухнула на грязный пол. Ничего не понимая, я бросился к Полине, но Катя грубо толкнула меня. Убери от нее свои лапы, чудовище! Под пеленой страха зрела ярость. Медленно сплывала с клубящегося морока. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползет деснам, оголяя зубы. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе права поднимать руку на девушку! Кулаки стали кувалдами не разжать. Никто не смеет говорить такое про мою семью. Я помнился, когда уже кинулся на злобную Катьку. Ага! Слетел-таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петров с катушек слетел! Тут же толпа школьников вокруг нее зашумела, разразил свистом и гневным рыком, и стал расти. Субтильные фигурки учеников увеличивались, ширились, тянулись вверх, все выше и выше под самый потолок. Превращались в огромный черный рез, кишащий оскаленными мордами. Я сжался до пушистого комочка, затрясся перед могуществом излитых язвами стволов, ни то людей, ни то деревьев. Вот ты и показал свое животное нутро! Трус! Катина лицо было обезображено ликованием восторгом. Антон! Почему? Нет! За что? Заливала слезами несчастная Полина. Он! Животное! Чужак!
из леса донеслось пугающее хлопанье крыльев. Два огромных белых уха спустились откуда-то сверху, и я с головой зарылся в них. Я подскочил, чуть не упав с кровати. Оказалось, я несколько часов метался по мокрой от пота постели. Оленгрик вырвал, вызволил и щупалец кошмар. Антон! Пожалуйста! Вставай! Вставай! Я не сразу взглядел в ее силуэт у окна. Голос Оли был глухим, после драки у меня звенел в голове. Звук искажался, будто уши закупорили ватой. Схлипывая, расстроенная как никогда прежде, сестренка повторяла и повторяла. Сова! Сова! Пожалуйста! Я боюсь! Ее слезы кипятком ошпаривали мне сердце, но, признаться, я почти благодарил сову за визит. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Оля, я сейчас. Хочешь, я тебе мурзилку почитаю? Подожди. Я опустил босые пятки на холодный пол. Пошарил в поисках очков. Вспомнил Семёна, его подлый поступок. И горестно вздохнул. Она не отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему в гляделки. Я нащупал переключатель. Лампа плеснула слепляющим светом. Встал с кровати. Зрение обмануло, то приближая ко мне окно, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди. Я сделал осторожный шаг. Оль, что там? Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет, не надо! Там же сова! Голос доносился за моей спины. Я обернулся и оцепенел от ужаса. В дверном проеме стояла зареванная Оля. С кем ты разговаривал, братик? Обхватив плечи, она таращилась на меня красными слез глазами и спрашивала, но будто боялся слышать ответ. Я разговаривал с тобой, с тем, кто притворился тобой. За окном угрожающе скрипнул карниз, словно на нем сидел кто-то тяжелый. А то, что удавало себе за Олю, начало сползаться. Меняя свои очертания, увеличивается в свете ненасытной луны до пугающих размеров. Антон, пожалуйста, подойди ко мне. Подойди. Голос больше не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за шторой, надоело притворяться, водить меня за нос. Я больно ущипнул себя в надежде, что силуэт у окна — лишь продолжение ночного кошмара, галлюцинация проклятого дома, ведь они не кусаются. Фигура высилась передо мной в дымке. Я услышал громкий скрик Оли, когда по стеклу постучали. Стук повторился и отшатнулся вглубь комнаты. Словно на свете существовали потайные углы, где я мог бы сохраниться от этой жути. Стучали чем-то острым железным. Замерцала лампа светильника, ярко зарял комнату и погасла, как свеча на яростном ветру. Нить накаливания лопнула со звоном. Мрак словно только того и ждал. Хлынул из углов и сомкнулся. От всей сирены осталось лишь окно. Снаружи светила луна и красила все в цвет костей, изученных в искре. В черноте Оля завизжала, ткнулась в мою спину, ища защиты.
И тут на нас уставился горящий прожорливым огнем глаз. Нет, оно не пыталось разбить окно. Оно играло. Стучало и стучало, сводя нас с ума. Будто гигантские часы мерили отведенное нам время, и маятник раскачивался над бездной. Уходи! Убирайся! Пошла прочь! Оля истошно кричала, клещами вцепившись мне в руку. Антон! Антон! Подойди! Я с трудом различил два огромных крыла, раскрывшийся над черным пятном. Скажи ей, Антон! Скажи, что я больше не буду себя плохо вести! Никогда! Только пусть она уйдет! Пожалуйста! Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, светящийся глаз скрылся. Я проглотил застрявший в горле ком, будто репейник сглотнул. Шагнул к шторам, завороженные призывом забрасного гостя. Не буду, не буду, не буду, не буду! Оля бормотала позади. Блеклое окно наползало на меня, занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. И в этот момент из родительской спальни донесся шум. Недолго думая, я рывком одернул штору. Никого. Только за стеклом на карнизе среди птичьих перьев что-то поблескивало. Мои очки. Те, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Неужели это подарок клокочущей ночи? Неужели принесла сова? Я посмотрел во двор, на ту зловещую поляну, на зубчатый гробовой лес. Ни души, ни намека на поздних визитеров. Старый столб одиноким часовым дремал посреди снежной пустыни. Рассохшиеся ставни кряхтели. Я отодрал утеплитель и полоски приклеенной газеты. С трудом открыл окно. Мороз пился мелкими иголочками в кожу. Зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. Я дотронулся до очков, уверенный, что они растают в пальцах. Они были настоящими. Мозг искал всему объяснение. Семен и его банда разыграли меня. Вот и все. Вот и... В кругу света под фонарем блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил у дома, сбирался по трубе подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Я осторожно забрал очки. Никто не отхватил мне кисть. Не выдернув полное тревожное движение сумрак. Вы почему не спите? От неожиданности я покачнулся, чуть не вывалился из окна. Совсем сдурели? Жарко, что ли? Не болели давно? Там сова была! Тоша ее прогнал! А ну-ка марш спать к себе в комнату! А с тобой? Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом, подбирая наказание с размерной проступку. Намахнув рукой, взяла за плечо Олю и ушла, бросив напоследок угрюмое. Завтра поговорим. Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз, повернул шпингалеты, натрудив пальцы. Холод ушел из комнаты, но не страх. Водрузив на нос очки, я изучал свое отражение в оконном стекле. Не лицо, а какая-то посмертная маска. Как у мальчика с доски объявлений. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. В просвете между детскими затылками прямо на меня смотрело черно-белое лицо. Это был не Вова. Его фото висело рядом. Я узнал щекастую физиономию, нездоровую кожу. Семен.
Фотографию Бабурина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат.